Яким буде 2022 рік, можна лише здогадуватися або запитати у астрологів. Отож, запитуємо у Наталії Журавель, астрологині, і все дізнаємося про усі знаки, які є зараз, і хто може розраховувати на успіх, на удачу, а комусь, можливо, доведеться попрацювати. Отож, раді вас бачити, пані Наталія. І розкажіть, чого ж нам чекати від 2022 року? Здравствуйте, Юлия. 2022 год – это год водного тигра. Но по солнечному календарю этот год наступит 3 февраля, по лунному календарю – 1 февраля. То есть сейчас мы еще находимся и провожаем год металлического быка. Что можно сказать о тигре? То есть характер у него есть две стороны медали. Одна сторона – он может быть агрессивный, импульсивный, да. И вот когда он такой вот слишком импульсивный, тогда он очень опасен. Непредбачиваемый, да? Да, непредсказуемый. Но есть вторая сторона медали. Если... Котик, он же может быть котиком. Да, он может быть спокойным, он может быть уравновешенным, мудрым. И тогда эти качества могут принести именно позитивную роль, внести в нашу жизнь. Такой яркий пример – это 60 лет назад был год водного тигра. Все, наверное, помнят 1962 год. Это был Карибский кризис. Ну, мир запомнил его надолго. И именно вот эти положительные качества водного тигра – уравновешенность, холодный расчет двух лидеров государств мировых – и сыграл именно такую вот позитивную роль. Так, але ж могло бути інакше. І від чого залежить те, як може статися? Это зависит от многих факторов. И от людей, от нас с вами зависит в том числе. Вот именно как бы это поведение, это влияние на те или иные обстоятельства. Безусловно, есть небо дает нам какие-то определенные события. И этот тигр, он может быть, как мы уже сказали, как агрессивный, так мягкий, мудрый и умный. Нужно сказать, что этот год будет важным для всего мира. Январь, февраль будут очень такими интенсивными месяцами. Апрель немножко будет чуть спокойней, но вот июнь и октябрь может быть ярким достаточно. Это не говорит о том, что со знаком плюс или минус, просто какие-то вот такие могут происходить яркие события. Кроме того, могут быть, конечно, на фоне важных действий, которые будут происходить в январе-феврале, мы также можем наблюдать информационную ложь, что ли. Сейчас мы уже видим и мир, и в Украине видим, что есть очень много недостоверной информации касательно тех или иных вещей в нашей жизни, в нашей политике, в политике страны, мира и так далее. Поэтому сама вода по себе, которая находится в небе, янская вода, она несет чувство опасности, еще есть, и чувство страха есть. Поэтому, но этот страх, он может быть, как сказать, навязан неправдоподобно подобной информации. И та информация, которая поступает к нам, мы должны в этом году уметь ее фильтровать. Да. Пані Наталі, з приводу хвороб і коронавірусних інфекцій і інших, які зараз з'являються, чи вийдемо ми таки вже з пандемії, вийдемо з такого загального хаосу, який просто вже всіх заполонив? Мир находится сейчас на стыке двух 20-летних периодов. Следующий 20-летний период начнется в 2024 году. Он будет это период огня, и когда происходит стык, тогда всегда немножко энергия хаотична, и происходят вот именно разные как бы события, что ли, заболевания и так далее, пандемии. Немножко еще будет некоторое время беспокойство определенное, но мы как только войдем в этот 20-летний период, энергия будет смена энергии, и я бы сказала, что следующий 20-летний будет базироваться на трех основных китах. Это космос, это человек, который духовный, и это энергия. И эти три кита будут... Поселение на Марсе возможно? 100%. И Марс, и Луна, и космос, это будут все уровни задействованы. И физический, и ментальный, и энергетический. То есть будет абсолютно, вот как бы, это что-то новое будет, что-то яркое, что-то новое и выдающееся. Ми будемо заходити в нову епоху, можна сказати так. Так? Да, можливо. Да. Як же треба себе поводити? Нам треба бути готовими? Скажу следующее. У каждого из нас есть своя судьба. Понимаете, вот как бы 3 последние года у кого-то это лучше, возможно, какие-то были лучшие годы жизни, несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на то, что происходило в стране. Поэтому я считаю, что каждый человек должен ориентироваться на свои энергии, свои возможности, те возможности, которые дает приходящий год. Угу. Ну, ми розберемо з вами конкретно, так, кожен рік, ну, з кого починати? З криси, мабуть, так? Я предлагаю разделить по сферам жизни. Мы рассмотрим карьеру, финансы, здоровье, отношения. Так, все немножко можем так высказать. Звичайно, всім цікаво почути, що ж буде з їхнім знаком. Да. Будь ласка. Начнем со знаков, значит, с карьеры. Карьеры, финансы. Люди, которые рождены в год змеи, быка и петуха, в этом году могут использовать какие-то новые открытия вот своей в карьере, новые направления. Это могут быть, например, цифровать свой бизнес или свою карьеру как-то вот какими-то инновационными технологиями. IT-технологии, если они внедрят в свою карьеру, в свою деятельность, это может принести им успех. Угу. Кроме того, вот, финансы, они могут в этом году иметь возможность дополнительного дохода касательно финансов. Взагали? В общем, да. То есть у них карьера в этом году может иметь новые направления, они могут использовать вот эти вот качества цифровые, и плюс еще они могут получить от этого дополнительный доход. Угу. Ну, это только 3 знакам так посчастливо. Это первая группа знаков. Да, следующие знаки – это люди, которые рождены в год обезьяны, крысы и дракона. Эти люди, ну, во-первых, у них очень будет много поездок и путешествий в этом году. Угу. Кроме того, эти поездки и путешествия могут быть связаны с карьерой или финансами. Может и с тем, и с тем. Поэтому очень классно. Кращий бик. Да, в плюс, могут быть со знаком плюс. И они могут в своей карьере использовать, например, какие-то креативные подходы и коммуникации. То есть какие-то новые коммуникации, креативные подходы в общении с людьми, например. Это могут быть как онлайн-коммуникации, так и живое общение. И эти вещи, как бы, если они смогут внедрить в свою карьеру и финансы, то есть... Треба не відмовлятися від пропозиції, якщо кудись треба поїхати, так, то ці знаки повинні розуміти, що там може чекати успіх. Успіх, да, тщательно планируйте поїздки, і я думаю, що вас чекає успіх. Дальше знаки, люди, які рождені в год свиньи, кролика і кози, вони в этом году можуть використовувати творчий підхід. Угу. Творческий подход в своей карьере. У них в этом году есть возможность приобретения недвижимости, то есть можно инвестировать деньги в недвижимость. Кстати, касательно, вернусь немножко назад, в начало нашей беседы, о том, что в этом году есть риск распада мировой финансовой системы. Угу. Да, то есть или это деньги будут... на иншу? Возможно, это будет новый формат денежной системы. И поэтому в этом году не самое лучшее хранить, если есть наличные деньги, сбережения, или в гривне, или в долларе, то есть неважно. Лучше всего использовать инвестиции в недвижимость. Угу. Поэтому особенно сейчас я вот хочу сделать акцент на следующих знаках. Это люди, которые рождены в год, как я уже назвала, свиньи, козы, кролика. Также люди, которые рождены в год лошади, собаки и тигра. Эти люди могут использовать также возможности инвестиций в недвижимость. Или же, например, если у вас нет достаточного количества сбережений для того, чтобы купить недвижимость, вы можете использовать что-то новое в своем доме. Вы, например, можете обновить мебель, вы можете ремонт сделать, можно сделать ремонт, что-то какие-то вот со своим домом. И это будет очень хорошо и полезно для вас. Кроме того, этим знаком... Мы подошли уже к следующим трем знакам. Это лошадь, собака и тигр. Они могут использовать в этом году то, что находится за пределами, например, их компании, за пределами их города, за пределами их страны. То есть новые какие-то или партнерские отношения, какие-то соглашения. Вот все, что за пределами города, например, да, там, где они находятся. Ну, такие связи, рекомендации, такие. А в принципе, да. Никому поганого ничего не сказала бы. Потому что год, вот, как мы, вы знаете, от нас очень многое зависит. Может быть, год со знаком плюс, со знаком минус. У каждого индивидуально. Естественно, мы сейчас говорим только об общих тенденциях именно по году рождения, потому что есть месяц рождения, день рождения и час рождения, место рождения. То есть, конечно, картина у каждого будет индивидуальна, и невозможно там за 5 минут рассказать про каждого человека в этом мире. Але ж, хоча б загальні тенденції, люди всі можуть розуміти, що ж там як. Далі, наступна сфера діяльності життя людини, будь ласка. Здоровье, да, поговорим о здоровье. Это в первую очередь мочеполовая система, сердечно-сосудистая система, лимфа и репродуктивная система. У тех людей, у кого есть хронические какие-то заболевания, естественно, в начале года, перед солнечным годом, перед наступлением рекомендуется пройти какие-то плановые осмотры и заняться своим здоровьем. И кроме этого, знаки, люди, которые рождены в год быка, змеи, обезьяны и тигра и лошади, в этом году должны уделить внимание здоровью. Здоровью. Если, например, у этих знаков, да, есть очень хорошие перспективы в карьере, все-таки нужно немножко останавливаться и подумать о себе, не забывать, в общем, об отдыхе и релаксе. Так, ну потому что они ж багато сил будут витрачать, им треба и відпочинок. Все верно, да. Личная сфера, личные отношения. В этом году есть два знака. Как вы любите говорить, счастливчики. Так. Это два знака. Можливо, ви зможете дружитися нарешті. Нарешті. Это люди, которые рождены в год быка, и люди, которые рождены в год козы. Есть звезда брака, звезда счастья. И эти люди, например, если люди одинокие, этих знаков, они могут встретить в этом году свою вторую половинку. Если эти люди находятся в отношениях и в паре, в этом году самый раз пойти под венец. Но если эти знаки супружеские пары, тогда больше времени стоит уделять супругу, супруге. И кроме того, что-то может быть новое внести в отношения. Ну, это позитивно, да. Так? Это, конечно, позитивно. А все зависит от нас. Все зависит от нас. Может быть, да, все зависит от нас. Если люди уделяют время друг другу, и если, как сказать, брак крепкий, там все должно быть. А есть такие пары, яким треба подумати про свої стосунки і, можливо, якось іще більше звернути увагу один на одного, бо, ну, зірки показують, що може бути щось не так. Ви знаєте, це смотриться день рождения. Вот, зависит больше от дня рождения, это считается как бы дворец супружества, личности, и там вот много-много информации именно там. Поэтому, если вы чувствуете где-то вот какую-то недостающую информацию, лучше обратиться, конечно, за личной консультацией. Погоду — это такие общие. Эти два знака однозначно люди должны быть счастливы, потому что это звезда счастья, звезда брака, даже внутренне. Им, по большому счету, вот, не важно, что будет происходить в мире. Эти знаки будут по-настоящему счастливы. Класс. А ну, цього року лише їм пощастить? Взагалі, я маю на увазі... Пощастить всім. всем 12 знаком. Это классно. И так хватает информации, нам достаточно, думаю, только позитивно. Але ж, знаєте, буває, рік щасливий, рік не дуже, рік обережний, тобто завжди якось ми керуємось чимось. От цей рік, як можна його загалом охарактеризувати? Мы, когда знаем информацию, например, для чего нужна астрология и предсказания, мы, когда знаем информацию, мы берем жизнь в свои руки, мы несем ответственность, мы осознанно к этому подходим. И, например, если мы видим, что что-то как бы не очень хорошее, какие-то события или что-то не очень хорошее есть в нашей жизни, да, и настоящий, конечно, астролог не скажет вам о том, что нельзя, например, изменить те события, но действительно есть, даются небом, которые невозможно изменить, они не очень хорошие, да, об этом вам не скажут. Вам об этом скажет настоящий астролог, профессионал, только то, что вы в силах изменить. И если, например, он увидит проблему вот, в ближайшем будущем, в ближайшие, там, условно, несколько лет, да, корень этой проблемы находится здесь и сейчас, в сегодняшнем дне. И вы сейчас уже можете взять на себя ответственность для того, чтобы решить этот вопрос, уйти от него или подстелить соломинку, или смягчить какие-то обстоятельства. То есть все в наших силах. Пані Наталя, ну от ви скільки всього знаєте, у вас така величезна інформація, чи допомагає вона вам особисто? Десь соломку підстелити, десь чи ви вираховуєте ті дні, коли треба щось робити, а щось можливо призупинити. Вот вы мне позвонили, сказали, Наталья, вы сможете? Да, я посмотрела. Ага. По своим, у меня же мои новости это звезды. І завжди не бувало такого, що вас могли підвести, наприклад, ну, розчарувати? Ви знаєте, іноді, коли ти не можеш щось змінити, тобі потрібно в цей день бути в конкретному місці, або сісти за руль і поїхати. Коли ти бачиш, у мене були такі ситуації, коли не можна було садитися за руль в ці дні, але життя так строїла, що потрібно було садитися і їхати. Естественно, зная об этом, ты едешь на минимальной скорости, ну просто на минимальной. Хотя ты как бы видишь, мне интересно было, как это все работает. Угу. Да, и я вам скажу так, благодаря вот этой скорости, но это очень минимальная скорость была, я принципиально ехала, но мне нужно было ехать, там, условно, там, 50 километров в час. И происходит такая ситуация, как бы ты, во-первых, ты уже потом осознаешь, что ты был неправ, ты просто не увидел человека. Вот ты не увидел человека, как бы, и ты, получается, как бы, ну, такая вот ситуация была не очень хорошая, которая закончилась отлично. Благодаря скорости. Так, тобто, якщо би ви не знали... Я сейчас скажу о самом главном, о котором я не сказала. Хороший вопрос. О самом главном. О путешествиях, о поездках в этом году. Это тигр, он очень сильный в этом отношении. Это путешествующая звезда. И люди, которые рождены в год змеи, обезьяна и тигра, должны быть в этом году особенно внимательны на дорогах и в любых поездках. Да, сейчас серьезно говорю. Месяцы особо опасные для этих знаков – это февраль, это май и это август. Я даже, вот, готовясь к вам, пришла и назову дни, которые представляют особенную опасность. Навіть дни, да. Ну, я думаю, люди запишут. Будь ласка, тоді. Да, это 7 мая, 19 мая, 31 мая. Угу. Это 8 августа, 20 августа и 1 сентября. Угу. То есть будьте крайне осторожны. Вообще в эти дни нужно быть всем людям осторожны. Но если есть, например, еще раз повторюсь, год рождения – это змея, обезьяна и тигр. Кроме того, это могут быть еще у людей месяцы рождения февраль. Например, человек родился с 3 февраля по 5 марта или в месяц май с 5 мая по 6 июня или месяц август с 7 августа по 8 сентября. То есть если такие месяцы рождения, Также будьте осторожны на дорогах в этом году. Ну, если... Боже мой, вопрос просто... Ви бачите, як все складається в тому житті. Так, як ви так в своїй голові, скільки цифр тримаєте, але ж то ваша професія, то ваша робота. Я вам дуже дякую, пані Наталі. Ну, ми знаємо, що рік буде чудовий. Ми всі сподіваємося, що все залежить від нас. Ми знаємо, що ми можемо вплинути на будь-які ситуації. Але ну, та інформація, яка тільки що прозвучала, можливо, вона комусь допоможе трошки призупинитися, ну, наприклад, на дорозі, може не виїжджати в якийсь день, може бути просто обережним. І це теж дасть можливість людині зберегти своє здоров'я. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться усім побажати усього найкращого. Нехай ці зимові свята принесуть вам успіх та радість. А ми зустрінемося з вами вже незабаром. До побачення.